Ну что ж, мы завершили Лигу испытаний. Давайте нажмем play. А в смысле? В смысле? Еще раз играть? Нет. Вы мне подарки дайте. Так, что у нас здесь? Это не интересно. А вот письмо какое-то. Награды событий. 15 побед. Ну, давайте посмотрим, что это значит. Награда 3 победы. 100 монет. За 3 побед 100 монет, а где 1000 монет? Капец. Так, 6 побед, награда 10 алмазиков. Потом у нас сундук. Давайте откроем, посмотрим, что там. А-а-а, ребята! Нифига, нифига, редкий танк! Кто? Катюша! Ребята, мы открыли Катюшу. Открыт новый танк Катюша. Круто! Спасибо. Так, давайте получим еще 1000 монет. И еще такой вот сундучок. Это крутой сундук. Ну, ё-моё. Ну, спасибо, все равно. Много чего мы получили. Но самое интересное, ребята, что мы открыли Катюшу. Давайте сыграем в Катюшу, в классический. Крушитель Луны. Берем Катюшечку нашу. Может быть, мы ее покрасим. Покрасим за Родину. Отлично. Поехали, Катюшка. Так, вот так она стреляет у нас, Катюша. Едем. Фига, наконец-то я открыл танк новый. Я, конечно, не ожидал, что именно Катюша будет. Но все равно. На-на-на-на-на-на-на, стреляй. Надо немножко монеток заработать. Едем на Катюше. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы тебя отщелкаем. Готов. Прикольная Катюша, смотри как. У нее не регулируется, правда, наклон. Ну да ладно. Мы будем регулировать, ближе дальше будем подъезжать. О, видишь как, надо теперь дальше отъехать. Есть. Уничтожили мы. Лазерный танк. Тихо. Достаточно таки быстрая атака у танка. Это мне нравится. Что позволяет прям быстро так щелкать. О! Давай едь сюда. Уничтожили. Следующий. Кто там у нас? О, едет. На, держи, получай подарки. Вот это танк. Открыли мы. Классненький. О, это босс. Сейчас будет босс. А, босс армада. На, сейчас я тебя отщелкаю, подожди. Получаешь, да, урон? Молодец. У тебя тоже такие ракетки, да? Есть новое продвижение у нас. Армада нечастая. 500 XP. ХП. ХПшка. Все, едем дальше. Итого, а у нас это 860 монет. Тихо. Есть, готов. О, лазеры. Очень много лазеров. Сейчас мы их отщелкаем. Очень много танков, смотри, ребята. Готово. О, еще один. О-хо-хо-хо-хо. Какая атака, мне так нравится. Смотри, как он их уничтожает быстро, а. На, получай. Фига. Прикольно, да? Надо будет еще Катюшу, конечно, улучшать и улучшать. Потому что... У нее нету ремонтного комплекта еще до сих пор. Тихо. На. Кушай. Где там еще? А, вот он танк идет. Так, ладно. Поспешил я, наверное. О, все, пошли. Я вижу.
Вижу, что вас очень много. Сейчас буду отстреливаться. Готовы? Будем ждать, что они будут подъезжать или нет. Я думаю, их тут никого уже не будет. Поехали дальше. Вот здесь, может быть, стоит где-то остановиться. Вот здесь остановимся, сейчас подождем. Никого! Вот мне приходится вот так вот подъезжать, ребята, к вам. Чтобы вы начали ехать. Никого нету? Ладно. А, так тут вообще никого не было. Хорошо. А, едет. Все, сейчас здесь постоим. Постоим, постреляем. Вот смотри, один подъехал, а где все остальные танки? А, вот едут. Едут, ребята, едут. А, к сожалению, меня уничтожили. Ох. Ну что ж, ничего страшного. Да, кучу монет мы заработали, офигеть. Круто. Ну, вроде бы, как Лигу Испытаний Будь Боссом мы с вами, ребятушки, прошли. Так, это что, интересно, игрок дня, какой-то Евген. Нифига, у него там сколько всего интересного. Будь Боссом я отразил волну врагов. Награды за окончание событий. Первое место 250 кристаллов, но ты получишь одну бесплатную игру в день. Игра заканчивается, когда твой танк уничтожен или враг преодолел твой барьер. И вот этого я не знал. Лучшие игроки награждаются в конце события. А у меня всего 16 очков. Да? Или чего? 16 волн? Ну, вроде бы как я, ребята, прошел. Так, а ну-ка, открыли мне, ли мне вертолетчик? Вертолетик? Нет, вертолетик не открыли. Ладно. Но, ребята, выходим отсюда. А где у меня... А, вот письмо. А награда событий, 15 побед. Получить, может быть, но какой-нибудь танк мне откроется, ребята. Новый танк, давай. Чего? А где новый танк? Да, много чего я пооткрывал, но танк мне не дали. Награда за события и 12 побед. Давайте получим 1000 монет. Спасибо. Еще один сундучок. Давайте откроем, посмотрим, что там. Просто кобра, титан напалм и монетки. Что еще тут есть? А, 10 этих самых кристалликов давайте заберем. Спасибо. И 100 монеток. Немножко, но 2000 монет у нас уже есть. Хорошо. Не, через 3 дня это закончится. Ладненько, сколько мы тут получили, ребятушки. А давайте сразимся, может быть, с вот этими штуками, дрюками. Так, баллиста. Будем повышать баллисту? Давайте повысим. Так, феникса обязательно повысим. Так, титанчик мой повысим обязательно. Так, кто там еще? Вот у тебя еще повысить? Ну давай. А, давайте возьмем титана. И попробуем сразиться. Заработаем немножко этих самых монеток. Ох, не монеток, господи, как это? Звездочек. Так, где у нас там чувак этот? Ох ты, получил, да? На, еще получай. Сейчас еще тебя щелкну. Ух ты, ты хорошо встал тогда. Есть, уничтожили мы его. Первый лейтенант. А, нам повышение дают. Тогда нам где-то понижение. Опа, давайте откроем сундучок, посмотрим, что в сундучке. О, 12 монет, вы серьезно? 12 монет, прям как много, да? Так, что у нас здесь? Титан ремонтный комплект. Нет, давайте возьмем вот такой вот. Титан напалм. О, напалмчик. Это вообще классная штука, напалм. Напалм. Так, все. Отправляемся в путь. Стреляем. Вот, смотри. На, получи. Ему тяжело будет подняться. Ух ты. Ладно, хорошо. Давай. На, тебе еще удар. Есть. Уничтожили, я даже свой напалм не использовал, представляешь?
Звездочку получили. Давайте еще раз отправимся. Может быть, я напалм использую хоть раз. Так, давайте, он сейчас подъедет, я его напалмом. Напалмом попробую. Щелкнуть. Ну где ты? Есть, напалм получи. А-а-а! Он успел убежать от моего напалма. Да, ребята. Напалм надо все-таки как-то обдуманно включать. Ну, сейчас я туда сделаю напалм. Напалмик. Вот на этого напалм я сделаю. А, не успел я сделать напалм. Ладно, сейчас сделаем. О, да. Что, ты не сгорел, что ли? От напалма моего? Ребята, какой он хитрый, а? Но все равно он не смог убежать от меня. Убили мы его. Фига. Капитанчик. Капитан, капитан. Дали мне капитана.